Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про підготовку до дня виборів. Як взагалі все це буде відбуватися? 25 жовтня, день, коли одесити обратимуть мера, депутатів місцевих рад. Знову раді вітати в нашій студії кандидата юридичних наук, фахівця з цього питання, з виборчого процесу, Владислав Дронов. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день. Отже, давайте все ж таки основні моменти проговоримо. Цікавить саме робота комісії, як вона готується до дня виборів. Ну, ми та виборці прийшли на вибори, там вистояли, там, можливо, чергу пов'язану з карантином, так, соціальна дистанція. А люди працюють 24 години на добу або більше. Ну, сколько работать, это уже кому как повезет, кто за сколько управится с подсчетом голосов. Действительно, самые основные напряженные дни, это, конечно, воскресенье, собственно, день голосования, и вечер, ночь и далее уже по-разному для подсчета голосов, составления протоколов подсчета голосов и их передачи в вышестоящие избирательные комиссии. Подготовка, на самом деле, идет в течение всей работы избирательной комиссии, но основное подготовительное заседание проходит в субботу, когда распределяются обязанности между членами комиссии, то есть определяется, кто из членов комиссии будет проверять избирателя, находить его в списке избирателей и, собственно, выдавать бюллетени. То есть вот это те самые столы, к которым избиратели всегда подходят для того, чтобы получить бюллетени. Также в субботу уже окончательно подготавливается участок, проверяется, все ли материалы информационные расположены на своих местах, еще раз проверяется расстановка урн, готовность избирательных кабин для того, чтобы в воскресенье на утреннем заседании уже, собственно говоря, окончательно все подготовить. В воскресенье проверяется целостность сейфа, он опечатывается, в котором хранятся, собственно, бюллетени, которые вот накануне получают и пересчитывают избирательные комиссии. Далее те члены комиссии, которые будут выдавать бюллетени, получают их по соответствующим ведомостям, под соответствующее количество, получают списки избирателей, получают списки и бюллетени те члены комиссии, которые будут организовывать голосование по месту пребывания избирателей. То есть на самом деле есть определенный алгоритм действий в это утреннее время на утреннем заседании. Оно должно начинаться не ранее, чем за 45 минут до начала, собственно, голосования, то есть не ранее, чем в 7:15. И за этот промежуток времени нужно уложиться, все подготовить для того, чтобы в 8:00 открыть избирательный участок и пригласить избирателей. А взагалі, як відбувається голосування? Можливо, якісь новації, окрім того, що карантин, епідемія впливає на все наше життя і голосування в день виборів не виключення. Коли краще приходити виборцям? Зранку, в обід? З ваших спостережень, з вашого досвіду. Ну, я, может быть, не возьмусь рекомендовать, в какое конкретно время лучше приходить. Скажу, что законодательством установлено, что голосование проходит с 8:00 утра до 20:00 вечера. Не стоит волноваться, если может быть на какую-то минуту вот задержка в открытии участка, потому что действительно мог произойти какой-то форс-мажор, какая-то задержка, и комиссия на одну минуту задержала начало голосования. Можно эту минуту подождать, потом приступить. С учетом требований сегодня санитарно-гигиенических, конечно, лучше не создавать толпу на самом участке и подождать, когда можно будет зайти спокойно проголосовать. Заканчивается голосование в 20:00. За 5 минут председатель комиссии объявляет, что осталось 5 минут до конца голосования. В 20:00 всех избирателей, которые возле участка ожидают, приглашают зайти внутрь. Участок закрывается, и потом уже те, кто зашел, имеют право проголосовать. Они уходят, и, собственно говоря, тогда комиссия завершает процесс, собственно, голосования и постепенно переходит к подсчету голосов. Взагалі, є інформація, скільки людей може приймати участь у виборчому процесі одномоментно? Ну, з рахуванням того, що у нас є дійсно карантинні проблеми, можливо, є якась там, ну, не норма, а якесь там побажання, там, щоб не було там більше там кілька там людей на квадратний метр, тому що розуміємо, там соціальна дистанція. Чи не обговорювали в комісії ці питання? Теж цікаво таке. Можливо.
Чи це на глаз ось побачила, що у вас дуже багато? Ні, зачекайте. Ну, на самом деле, каждый участок у нас нет типовых участков, так, да? Каждый звичайно. Участок это помещение, которое используется в обычное время для совсем других различных целей, поэтому они различны по площади. Более того, сами избирательные участки бывают малые, средние и большие, соответственно, различное количество избирателей, различное количество членов комиссии и столов, поэтому сказать, сколько людей должно быть на участке в целом, невозможно, это нужно смотреть на каждом участке, действительно, члены комиссии должны это контролировать. Но хотелось бы, чтобы и сами избиратели тоже, в принципе, наблюдали, не создавали лишние препятствия. Потребно проявлять и разумеется. Конечно, конечно. То есть... Наверное, будут какие-то конфликтные ситуации, потому что мы их наблюдаем в общественном транспорте, мы их наблюдаем в торговых точках, в каких-то других общественных местах. Наверное, не стоит надеяться, что нигде на участках этих ситуаций не возникнет. Поэтому хочется просто, чтобы все относились с пониманием и понимали, что если члены комиссии просят подождать, просят стать в очередь, что это не какая-то их прихоть, а это требования, которые сегодня существуют. Наскільки я розумію, достатньо лише паспорта, так? Лише паспорта для того, щоб отримати бюлетені. І чи є якась, а якщо це паспорт, там, ID-картка, обов'язково там лист з пропискою? Значить, якщо говорити вообще, які документи можуть... Не потрібні. Документи, так, лучше, да, давайте заново, якщо говорити, так. Если говорить о том, с какими документами вообще избиратель может прийти на участок, мы с вами будем говорить об обычном избирательном участке, то есть не спецучастке, не участке, находящиеся за рубежом, а на территории Украины обычные участки. Это паспорт, либо старого образца, книжка так называемая, либо ID-карта. Это временное удостоверение гражданина Украины для лиц, которые недавно были приняты в гражданство, еще не получили паспорт. И военный билет для лиц, которые проходят срочную воинскую службу. Все другие документы подходить не будут. Это один момент. А если говорить о паспорте в форме ID-карты, не нужно брать с собой еще выписку с пропиской. Как, собственно говоря, члены комиссии и не проверяют вообще прописку и в паспорте книжки. То есть их задача убедиться в том, что человек, который к ним пришел, действительно является этим гражданином, избирателем, который указан в списке избирателей. Более того, если гражданин, например, не вклеил фотографию, которую положено вклеивать по соответствующему возрасту, да, это тоже не является основанием для отказа ему в выдаче бюллетеней. Отдельно стоит сказать о приложении DIA, да, где документы в электронном виде находятся. Если на участке будет оборудована соответствующая техника, позволяющая проверять эти документы в таком виде, то, возможно, собственно, избиратель сможет проголосовать. Но лучше брать с собой паспорт для того, чтобы тоже не возникла ситуации неприятной уже непосредственно на участке. То есть классичный набор документов, за которыми люди и ходят на голосование, ну, как, окремо, там, минулого року. Заповнюються бюллетени в комиссии, ничего не изменяется, в яку мы заходим поодинці. Да, у нас голосование тайное, соответственно, бюллетень необходимо заполнять в кабине. Это на самом деле одна из проблемных ситуаций на участках, потому что у людей порой возникает желание заполнить бюллетень где-то вот просто в помещении. Недалеко от стола, где он его получил. Били окна там. Да, где кому удобно, где лучше освещение, да. Люди иногда хотят заполнить не там, где нужно. Действительно, если мы говорим о тайном голосовании, это можно сказать, что скорее право гражданина. Но при этом ведь запрещена еще и агитация. И если человек, заполняющий бюллетень, будет делать это открыто, будет видно, за кого он голосует, что категорически запрещено, он нарушит еще и эти требования. Поэтому необходимо пройти в кабину для голосования, сделать соответствующие отметки. Есть особое правило для лиц, которые в силу возраста, состояния здоровья не могут самостоятельно поставить отметку в бюллетене, не могут увидеть содержание бюллетеня, либо сделать отметку такую. Они имеют право с разрешения председателя комиссии, либо любого члена комиссии, обратиться к другому избирателю, но только не к членам комиссии, не к официальным представителям партии, доверенным лицам, кандидатам, а просто к другому избирателю за помощью. И тогда этот избиратель имеет право зайти с ними в кабину, помочь сделать соответствующую отметку. После заполнения избиратель должен опустить бюллетени.
в урны. Он должен это тоже делать не демонстративно, не показывая, собственно, свое волеизъявление. И опять-таки в ситуации, если по состоянию здоровья избиратель сам не может опустить этот бюллетень в урну, он тоже может обратиться в таком же, в принципе, порядке к другому избирателю за помощью. Чи є випадки, коли виборець там намагається там сфотографувати, щоб потім відправити, надіслати повідомлення, що я проголосував саме за цю політичну силу, за цю партію? Чи фіксує це і як реагують члени комісії та спостерігачі? Наскільки я розумію, фотозйомка таких процесів там в кабінці, вона не те, що не заборонено, чи щось змінено? Да, это категорически запрещено, фотографировать бюллетени нельзя. И даже если избиратели хотят, мы знаем, что, например, известные люди, да, когда голосуют, они, в принципе, средства массовой информации фиксируют это. Это тоже должно делаться так, чтобы не было видно, собственно говоря, волеизъявления за кого, потому что это своего рода тоже может служить агитацией и нарушением тайны голосования. Це така розповсюджена проблема, чи є якісь ще проблеми, з якими члени комісії та спостерігачі стикаються протягом інших там голосувань? Ну, проблеми, я так розумію, вони десь схожі. Там, ну, там фотозйомка, можливо, там щось ще, якісь так типічні, Владислава, проблеми. Типові проблеми, перерахуйте, що. Ну, дійсно, да, на різних виборах, в різні органи влади, в принципі, проблеми можуть при цьому бути схожі. Одна из основных проблем – это, конечно, списки избирателей. Да. При том, что избирательные комиссии всегда передают в органы ведения государственного реестра избирателей данные об изменениях, которые необходимо внести, все равно встречаются неточности. Когда это выясняется в день голосования, бывает, что достаточно напряженная возникает ситуация, либо человек приходит и не находит себя в списке избирателей, при том, что он может 20 лет проживать по этому адресу и до этого уже голосовал. Бывают неприятные достаточно ситуации, когда приходят люди, чьего родственника уже нет в живых, тем не менее его не исключили из списка избирателей. Была однажды ситуация, например, когда девушка пришла на участок в день голосования, она себя проверяла в предварительном списке, но не нашла себя уже в уточненном списке, то есть по какой-то технической причине это произошло. Но хочется здесь тоже сказать и обратиться к зрителям нашим, избирателям, что списки избирателей составляют не участковые избирательные комиссии. К сожалению, именно участковым избирательным комиссиям приходится принимать на себя весь удар, в общем-то, в день голосования, когда недовольные граждане высказывают все, что они хотят высказать по этому поводу, все, что они думают. Людей тоже можно понять. Человек 20 лет живет по одному адресу, вдруг себя не обнаруживает. Но, к сожалению, член избирательной комиссии и председатель комиссии уже ничего в данном случае сделать в день голосования не могут, они должны пользоваться списком избирателей, который им передал государственный реестр. Отже, 20-20 година, цей день, припустимо, пережили, починається саме цікаве підрахунок, як це відбувається. Наскільки я розумію, бюлетені з галочками, з плюсиками, вони рахуються там не в першу, не в другу чергу, спочатку рахуються бюлетені, які не використали, які залишилися стопкою лежати, чи є по-різному, чи це як комісія прийме рішення? Я такі знаю випадки. Ну, на самом деле, все установлено избирательным кодексом, в нем прописан порядок подсчета голосов. И, собственно говоря, до подсчета голосов ведь нужно еще дойти. Да. Сначала идет работа со списками избирателей. То есть просчитывается по каждому столу, сколько избирателей было в списках, сколько людей проголосовало. По подписям пересчитывается это количество. Пересчитываются контрольные талоны. Да, мы, когда получаем бюллетень, мы знаем, что член комиссии дает нам расписаться сверху на бюллетене, на контрольном талоне, заполняет его, отрывает и оставляет у себя. Это количество тоже должно совпасть с тем, сколько людей проголосовало. Далее подсчитываются неиспользованные бюллетени, все эти цифры должны совпасть. Тогда будет четко понятно, что было определенное количество избирателей, было определенное количество бюллетеней, мы знаем, сколько людей проголосовало, сколько использовано было бюллетеней, соответственно, сколько неиспользованных их осталось. Потім потрібно, у нас же одесити отримують 4 бюлетені, да. Мер, місто, район, область.
потім якось розподілити потрібно. Це теж робота нам на кілька хвилин, якщо не на годину. Но это далеко не на несколько минут работа, потому что мы понимаем, что если большие участки, это еще и огромное количество этих бюллетеней, это определенное количество урн в зависимости от размера участка. Урны открываются тоже по одной. И, собственно говоря, да, действительно дальше на определенном этапе бюллетени раскладываются по их видом, после чего уже начинается, собственно говоря, подсчет. Ну, на самом деле, там достаточно много этапов. Я думаю, все из них сейчас, если мы будем озвучивать, то тоже это займет много времени. Поэтому... Але выборы важкі, потрібно зрозуміти, з чого рахувати починають, з мера чи з району, з області? З обласного совету. З обласної ради. Тобто це правило, яке вже встановлено, що починає... В избирательном кодексі встановлений этот порядок, поэтому тут комісії должны... Потім район. Да, то есть здесь идет, собственно говоря, по масштабу, скажем так. Будемо чекати, Владиславе. Я дякую вам за такий лікнеп. Це потрібно робити для нашим глядачам. Чи є, можливо, побажання одеситим виборцям в цей день, щоб не панікували, коли побачать там черги з приводу там карантину, з приводу соціальної там дистанції? Ну, на самом деле, конечно, хочется пожелать всем и избирателям, и членам избирательных комиссий спокойных выборов в нормальном режиме, без каких-то чрезвычайных ситуаций. Избирателей хочется попросить еще раз с пониманием отнестись вообще к избирательному процессу, поскольку он всегда непростой, но еще и учитывать нынешнюю ситуацию, связанную с коронавирусной инфекции. Вообще такой вот идеальный избиратель, да, можно сказать, портрет идеального избирателя. Да, это человек, который пришел на участок в маске, как на сегодняшний день это должно быть, рекомендовано быть собственной ручкой. Так. Зашел на участок, член комиссии, который помогает избирателям, да, определиться, к какому столу нужно подходить, либо самостоятельно подойти к столу, найти свой адрес. Если очередь, то подождать на безопасном расстоянии. Если участок заполнен людьми, то подождать на улице, не создавать внутри еще большее скопление людей. Далее подойти к соответствующему столу, предъявить свой документ, показать его на расстоянии, удобном соответствующему члену комиссии, спокойно расписаться в списке избирателей, получить свои бюллетени, далее спокойно пройти к кабинам для голосования. Если там какая-то очередь, то тоже спокойно подождать, заполнить в кабине бюллетень, выйти, далее бросить свои бюллетени в урну, желательно их, может быть, сложить для того, чтобы тоже не демонстрировать свое волеизъявление, и, собственно говоря, спокойно покинуть участок и уже дома дожидаться результата подсчета голосов для того, чтобы узнать итоги выборов. Бажаю вам, Владиславе, у нас в суді був Владислав Фадронов, фахівець виборчого процесу, кандидат юридичних наук, і вашим колегам спокійних, чесних виборів. Я вважаю, що ми обов'язково будемо обговорювати і підсумки виборчого процесу, можливо, якісь уроки для Одеси і для України після новел, яких зазнав виборчий кодекс. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.